В начале этого года мы уже видели фрагменты игрового процесса с боями, которые вызвали шквал как позитивных, так и негативных эмоций, из-за того, что это был анимационный ролик. Но, по словам разработчиков, настоящий дебютный геймплей презентовали публике только сейчас. Также на нашем канале есть озвученное интервью с разработчиками. Найти его вы сможете по подсказке и в описании к видео. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить не менее интересные видео. Хоррор создается на движке Unreal Engine 5. В ролике нет сражений, но есть несколько реплик двух персонажей. Главного героя, который исследует разрушенное помещение, озвучивает Ник Апостолидис, актер озвучки Леона Кеннеди из ремейка Resident Evil 2. Ну а теперь давайте посмотрим геймплей. You there, Mike? I made my way in. Found some sort of administrative room. It's a total mess here. Shit. They were really rushing out of there, weren't they? All right. Head to the dome. It might be your only way down. Team Cloud обещает Will продвинутую физику, интерактивное окружение, активный рэгдолл, расчлененку и визуальные трансформации тел в реальном времени. Небольшая студия, в которую входят разработчики из России, дизайнеры Олег Вдовенко и Максим Верехин. Хочу напомнить, что в качестве ключевой особенности Ил заявлена продвинутая физика, в частности это касается расчлененки. Также, вопреки заветам инди-хорроров, вместо переусложненного сюжета, пси-трипов и призраков, нам предоставят простую для понимания историю и шокирующие открытия. На мой субъективный взгляд, геймплей выглядит очень достойно, как визуально, так и по звуковой составляющей. А что вы думаете по данному поводу? Дайте знать в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Ho, ho, ho.